Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Play 1995, для которой понадобится одна сишка и штук 6-7 обычных топоров. Ящиков на этой базе всего 4. Так, где эта база-то вообще? Так. И самый интересный ящик находится вот за этой стенкой. Тут будет 3 ящика и вот здесь вот один. Готово. Давайте посмотрим. Тут вот станки, пусто, пусто и пусто. Вот здесь стенка была, тут стенка. Вот здесь каждая комнатка это буферка. Раз, два, три и так далее. В общем, самый интересный ящик это вот этот. Тут у нас 50 слитков железных и 3,5 стака досок. Гвозди возьму, изоленту. Так, здесь у нас талоны чуть-чуть, изолента, слиток заберу, тут еще изолента, фильтр мой, так, это можно схавать, боксит забрать, в этом ящике ничего интересного нету. В общем, смотрите сами, если у вас слишком много, то можно и взорвать, но я бы не стал этого делать. Как по мне, лут очень даже скромненький. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.